Ты посмотри на нее, выглядишь потрясно. Ну что, давай рассказывай, что там у тебя происходит? Ну что рассказывать? Вот как ушла с банка, открыли с друзьями швейное дело. Шили форму для 5-й школы города. Пока наш самый крупный заказ. Слушай, ты серьезно? Что? Да нафиг мне дался твой цех? Ты мне про свидание расскажи. С кем встречаешься, с кем романы, рандеву? Ой, да какие там рандеву? Цех, дом. От заказа к заказу. Ой, только не говори мне, что за все это время не было ни одного свидания. Ты матери-то не ври, а. Ну, было пару свиданий. Ну? Ну что, ну? Ну, рассказывай. В общем, есть один парень. Его Бег зовут. Мы с ним вместе цех открыли. Вот. А ты шифровалась? Ну, у нас не то чтобы серьезно. Не было бы серьезно, сразу призналась бы. Ну, у нас непонятно. Еще и бывшая его, не отпускает. В общем, пошли мы на свидание с Беком. Ну, в общем, пошли мы на свидание с Камилой. Да? Ты же говорил, что ты не против. Нет, я не против. Ну, ты труба шифрнулся. Маленькая скрытная штучка. Ну, в общем, пошли мы на свидание. Я заранее забронировал столик в Беладжо. Это же ваше жанное место. Нафиг ты ее туда позвал? Блин, да я что, так много мест знаю. Куда знал, туда и повел. Ну и как садили? Короче, забронировала я столик. И Бег притащил меня в пафосный ресторан. А я чуть ли не в домашнем. Он еще костюм какой-то напялил. С выпускного, наверное. В общем, смотрелись мы нелепо. Ну, короче, наточился. Костюм своего с выпускного достал. Я же его один раз только носил. Оделся, как белый человек. Ну, заходим мы в ресторан. И вдруг слышу смех знакомый. Поворачиваюсь, а там сидит... В общем, встречает он меня в Москве и сразу повел меня в такси. Жанна? Да я сам в шоке был. Она что, с Москвы прилетела? Даже не позвонила. Что ты сделал? Чё, запаниковал я. Разворачиваюсь резко к Камиле, хватаю за руку и говорю: почему вы там пафосном месте потеряли? Пойдем в спортбар. И вытащил ее на улицу. И вдруг резко поворачивается и говорит: а что мы потеряли в этом ресторане? А пошли в футбольный паб. Футбольный паб? Ты что, футболом увлекаешься, что ли? Да какая разница? Я так обрадовалась. Думаю, хоть посидим нормально. Да блин, вообще дебильно вышло. Пришли в бар, там шумно, футбол, ни одной девушки. На мне еще пиво пролили. Пиво пролили? Ну ты лошара. В общем, классно посидели. Там на него еще пиво пролили. Он наконец-то снял свой пиджак, расслабился. И мы нормально поболтали. Часа 4, наверное, проговорили. Ну ты хитрюшка. Я? Ну а кто, я что ли? Я хожу на свидание, ни с кем не встречаюсь. Ну у нас непонятно. Ой, да все у вас понятно. Когда следующая встреча? Завтра утром. Но мы же работаем вместе. Привет. Ты тоже получила эту смс-ку? Я совсем ничего не поняла. Ну, он опять свои шпионские игры играет. Вроде здесь. Мы точно туда пришли? Девчонки, это будет самое крутое модельное агентство в городе. В общем, вас ждут клипы, рекламы, все будет круто. Ага. Все, хорошо, спасибо. Все, давайте. До свидания. Дэн, что вообще происходит? И что это за девушки? Я решил открыть модельное агентство. На всякий случай. Ну, какой еще случай? На случай, если женюсь. Ну, что ты пристал? Ребят, позвольте вам представить наш первый офис продаж. Офис продаж? Ну да. Мы первые поставщики школьной формы в городе. Скоро экспорт в Казахстан. Бизнес растет. Нам нужен офис продаж. Маркетинг, промоушен. Камила, да? Вот макет школьного фартука. Утверди его в производство. Дэн, вот ты говоришь. Маркетинг, промоушен. А когда мы уже реальным дизайном займемся? Я так и буду эти школьные фартуки да юбки шить.
Не знаю. А в чем проблема? Ну как, в чем? Когда мы только начинали, ты говорил, что мы будем создавать коллекции, отправлять их за рубеж. Я от своих слов не отказываюсь. Бизнес в гору идет. Можно и модную коллекцию замутить. Но это, конечно, совсем мелкий бизнес. Но можно сделать за компанию. А что потом делать с этой коллекцией? Ее вообще кто не купит? У меня есть знакомая одна. У нее шоурум с вещами местных дизайнеров. Такое богемное местечко очень модное. Хотите, я ее попрошу? Конечно, хотим. Вот вы неблагодарные. Я вам тут офис продаж поставил. Машинки четкие. Дизайн, шмизайн. А вы тут стоите недовольные. Да, довольный ему, брат, довольный. Иди сюда, дай поцелуй. Спасибо, Данияр. Если еще и мою коллекцию в этот шоурум поставишь. Да поставлю, поставлю. Привет, Вова. Ты когда приехал? Поздно. Вы уже спали. Слушай. Тут мне твой ЧСД звонил, Болот. Жаловался. Говорит, ты его в каком-то деле подвел. Он вам жаловался? Я ему все верну. Ну, понятно. А куда ты так рано собрался? На встречу. Какая встреча? В такую рань? По работе. Тем более машин нет. А пока такси приедет. Что с твоей машиной? Продал. Чтобы долги закрыть. Был дизель в том числе. Машину ты продал. И как ты теперь без машины? Да нормально, пап. Без машины, зато без долгов. И с чистой совестью. Ладно, я поехал. А то опаздываю. Никакой тебе не лакшери. Все просто и со вкусом. А зачем девушкам закупаться здесь, если есть куча известных брендов по такой же цене? Понимаешь, дело не в этом. Сейчас зайдешь в любое заведение, смотришь на девушку и знаешь, где это куплено, сколько это стоит. И все одинаковые. Хочется уникальности. Извини, отвечу. Алло? Ну, здравствуй, Жан. Ты что, в Бишкеке? Ладно. Ребят, тут дурацкая ситуация. В общем, Жанна приехала, и у нее проблемы. Мне надо отключиться ненадолго. Ладно? Ребят, если бы это не было срочно, я бы не ехал. У нее реально проблемы. Конечно, у Жанны же проблемы. А вот и Алиса. Знакомьтесь. Здравствуйте. Алиса, основатель шоурума. Камила, наш дизайнер. Очень приятно. У меня две коллекции. Это уже полностью готово. Простые, практичные вещи. Я готова их хоть сейчас шить. 12 предметов одежды. Ну, брюки, рубашки, жакеты. Ну, обычный масс-маркет. А это уже вторая коллекция. Она более смелая, авангардная. Ее, конечно, нужно доработать, но... Если ее шить, то для нашего города это будет новинка. Вот это действительно неординарная работа. Если сумеете реализовать, разумеется. У нас весной намечается неделя моды, крупные спонсоры. Я думаю, у вас был бы хороший шанс. Вы как думаете? Спонсоры? А какой главный приз? Учеба в институте Марангони в Италии. Оплачивает базовый курс. Это, конечно, мечта. Итак, это все замечательно. Чем я могу вам помочь? Ну как чем? Мы хотели бы у тебя выставить эту коллекцию. Чуть-чуть раньше бы пришли, сейчас все занято. Ну, прям нет места для старого друга? Слушай, я через полгода открываю новый шоурум. Раза в три больше этого. Приходите туда. Ну, 6 месяцев это долго, честно говоря.
А вон там у тебя собраны кронштейны все. Может быть, туда повесим? Туда один дизайнер хотел заехать. У него уже готова коллекция. Должен дать ответ на следующей неделе. Угу. То есть место свободно, но оно будет занято через неделю? Может, и не займут, но я же не могу ждать 2 месяца, пока вы сошьете всю свою коллекцию. Ага. А если мы сошьем за 5 дней? Ну, если за 5 дней, то вы меня сильно удивите. У вас 12 предметов одежды. Нужно по 3 размера. Ну, тогда договорились. Спасибо тебе большое. Дэн, ну ты опять за свое. Зачем давать несбыточные обещания? Как я сошью все эти вещи за 5 дней? Кам, у нас 2 цеха. Свои швеи. Коллекция готова. В чем проблема? Ну да, я как-то не подумала, что их могут шить другие. Тебе надо изменить мышление. Мы не портные. Ты вообще можешь больше не шить? Ну, просто это моя первая коллекция. Я думала, все придется делать самой. Спасибо, Лен. Ну, наконец-то ты пришел. Если выпили, не возвращай мне мои права. Еще и мою машину на штрафстоянку поставили. Уважаемая, подбирайте слова. Это кто здесь люмпин? Да вы хоть знаете, кто такие люмпины? Да откуда вам знать? Сидите тут, штаны протираете. Если вы сейчас не уйдете свою жену... Я ему не жена, я его девушка. Она не моя девушка. Что случилось? Нарушила. Нахамила нашим инспекторам. Выясняет все, что у нее временные права. Те просроченные. Машину на штрафстоянку поставили. Я ей говорю, иди оплачивай штраф. Она не соглашается. Дело не в штрафе. Это ваша манера говорить. Вы представители закона или гопники с подворотни? Ваши гаишники вообще не умеют себя вести. Жанна, подожди. Что нам надо сделать? Оплатить штраф? Я уйду отсюда, только получив от него извинения. А вы сами не хотите извиниться? А мне за что извиниться? За оскорбление. Это мне перед вами извиняться? Жанна, замолчи. Пожалуйста, выйди в коридор. Братан, извини, что так вышло. Давай я штраф оплачу и все закончу. Времени вообще нет. Ну так, я о чем тут 2 часа твержу? Ну все. Раз. Ну все, извини. Слушай, так она тебе кто? Девушка, жена? Бывшая моя. Молодец, что остался. Давай паспорт. Ну и зачем тебе нужно было разыграть весь этот спектакль? Да они сами виноваты. Общаются со мной как имбецилы. Я сначала с ними ругаться начала, а потом поняла то, что забыла дома все ключи, деньги, карточку. И штраф оплатить не могу, а... Признаться, гордость не позволяет. Вот и пришлось разыграть всю эту комедию с извинениями, пока ты не пришел. Ладно, мне на работу надо ехать. На работу? Ты на работу устроился? Угу. Слушай, мне нужно забрать машину со штрафстоянки, а деньги же дома. У меня тоже нет с собой столько денег. Ладно, хорошо, я завтра сама решу эту проблему. Так, давай тогда ко мне в офис съездим, я оттуда деньги заберу. Джан, ты не обязан это делать, но... Спасибо. Так где ты, говоришь, работаешь сейчас? В швейном цеху. Чего? В швейном цеху? Прикалываешься? Подожди. Что случилось? Ткани не годятся. Девушка, что вы говорите? Это отличные ткани. Я уже 15 лет их вожу. И никто не жаловался. Нет, ткани, они... С ними все в порядке. Но это не то, понимаешь? Честно говоря, нет. Если с ними все в порядке, тогда в чем проблема? Ну, Дэн, понимаешь, это моя самая первая коллекция. И я ее себе немножко по-другому представляла. Я не хочу, чтобы это был китайский или турецкий ширпотреб. И?
Есть один магазин итальянских тканей и фурнитуры. Камил, на твою коллекцию бюджет уже заложен. Мы не можем его превышать. Тем более мы не можем произвести товар, который клиент не сможет себе позволить. Да за качество заплатят, вот увидишь. А у нас будет репутация, понимаешь? Это же капитализация бренда. Самый ценный актив. Ты где таких слов нахваталась-то? Ладно, поехали. Извините, Баки. Извините. А мы можем пошить такую спецовку с отражателем. Непромокаемым. Ну как решите, подзвоните. Ага. Ну что стоишь? Начинай хвастаться. Чем ты там хочешь похвастаться? Ну-ка покажи. Выкладывай. Итальянские ткани. Смотрите, какие классные. Я такой еще не работала. Даньяр, вы когда нам машины подключите, а то целый день балду гоняем. Сейчас Биг Джан приедет и все всем подключит, хорошо? У меня без вас проблем хватает. Вон с вашей красотой бюджет превысили. А вот и сам Бег. Знакомьтесь, это Жанна. Жанна, это все. Дэн, это знаешь. Это Камила. Камила, это Жанна. Посиди пока здесь. Бигджа, хорошо, что ты пришел. У нас машина не настроена. Можно настроить. Зачем вы нас сюда перевели? Мне там больше нравилось. Как это там больше нравилось? Здесь же лучше. Так мне пересадку на маршрутку делать надо. Бигджан, моя машинка не работает. А моя совсем старая. Давайте поменяем ее. Так, подождите. Давайте по очереди. Марина, что у вас там показываете? Машинки. Здравствуйте. Рада наконец с вами познакомиться. Да, я тоже рада познакомиться. Бигджан у вас только рассказывал. А вот я вас узнала только сегодня. Бег сказал, что вы вроде швея. Вообще-то я дизайнер. Значит, неправильно его поняла. Бег мне говорил, что у вас сложности во взаимопонимании. Тут, оказывается, в щитке надо выключатель поднять, все будет работать. Ой. Бро, я возьму в кассе несколько тысяч, через пару дней закину. Блин, у нас пересход. Не, в смысле, конечно, возьми. А все нормально? Ладно, ребят, я скоро вернусь. Жан, поехали. Всем хорошего дня. Представляешь, он свою бывшую к нам в цех притащил. Бывшую свою? Ваш цех? Да, он просто гений. А она какая неприятная. Я ее себе такое представляла. У вас же только появилась симпатия. Меня так бесит, что он по первому ее звонку все бросает и срывается. Ой, это она небось. Вон к гадалке пошла, приворот намутила. Да нет. Мать, послушай меня, я таких парней за версту чую. Он от нее никогда не отстанет. Ты для него переходный вариант. Переходный вариант? Ну смотри, бывшая разбила ему сердце. Он с тобой оклемается, придет в себя. А счастлив будет уже с третьей. Ты для него транзитная шлюпка. Я не шлюпка. Да тише, тише, ты груш порвешь. Почему мы сюда приехали? Попробуем, папа, заказ здесь. Что за заказ? Не знаю, но у него уже завязок много. Ага. Здравствуйте, Вики. Привет, Бигджан. Присаживайтесь. Как мама? Да все хорошо, спасибо. Работает, как обычно.
Пап, я же вам рассказал то, что мы с Бигджаном сейчас вместе работаем. И вы говорили, есть возможность получить заказ. Ну хорошо. У моего друга серьезная строительная компания, они строят энергообъекты. И у них еще есть побочный бизнес. Магазины строительной экипировки. Сможете? Ну, конечно. А что нам надо сделать, чтобы получить заказ? Заказ ваш. Завтра можно приступать. Это самые короткие переговоры в истории нашего бизнеса. Ну, тогда все. Бегджан, оставишь нас с Даниэлом на минуту? Нам переговорить надо. Конечно. Спасибо, Бегджан. Дэн, я в машине подожду. Давай. Слушай, Даниэр, а чем именно у тебя Бегджан занимается? Ну, мы партнеры. Это я уже слышал. А чем именно он занимается? Ну, на подхвате. Руководить цехом, следить за тем, чтобы все работало. А что? Нет, ничего, просто интересно. А в цех он тоже вкладывался? Нет, ну вы же знаете, цех мой. Я сам его открыл. А когда у вас проблемы были, он тоже машину продал? Или только ты? Пап, вы меня о чем-то спросить хотите? Да нет, сынок. Хочу о бизнесе твоем больше узнать. Ну давай. Вечером о заказе отдельно сообщу. Угу. Смотрите, как в мире шьют. Надо, чтобы все стежки и швы были ровные. И чтоб нитки не торчали. Ну, Камил, у нас же не европейская фабрика. Я понимаю, но давайте попробуем как можно лучше. Всем привет. У меня для вас новый заказ. Поздравляю. Опять какая-нибудь форма? Ну да. Как там с коллекцией? Успеваем до завтра? Да поздно поработаем и закончим. Ну как дела? Волнуешься перед завтрашним днем? Не знаю, пока непонятно. Я же ни одну вещь сама не шила. Наверное, начну волноваться уже на сдаче. Не волнуйся, ты лучше. Как Жанна? Хорошо, не знаю. Я ее с того дня не видел. Угу. Слушай, не знаю, что у тебя там на уме, но Жанны для меня нет. Я ничего не говорю. Жанна в прошлом. У нее своя жизнь, у меня своя. Так что завтрашнее свидание вечером в силе. Ну, может, после шоурума? Завтрашнее свидание в силе. Отговорки не принимаются. Ну, хорошо. Меня удивили. Ну, ты разве сомневалась? Нет, но целую линию одежды за 5 дней вам можно фабрику открывать. А по качеству что скажете? Безукоризненно. Ребята, это отличная коллекция. Давайте подпишем ценники и можем размещаться. В новом шоуруме у вас могла бы быть отдельная комната. Подумайте о расширении. Ну, по ценам это к Дэну. Так, ну, рубашки 95, брюки 140. А жакеты 225. Ну, вы меня удивили во второй раз. Почему? Ну, ты же видишь качество. Дэн, я понимаю, что любой труд должен вознаграждаться, в особенности творческий, но мы не можем принять вашу коллекцию по таким ценам. У нас маржа небольшая, ткани итальянские, фурнитура оттуда же. Ну вот смотри, рубашка, как у вас, похуже качеством, стоит $20, а у вас 95. Ну а в чем проблема? Поставь по нашим ценам. Купят отлично, не купят, ну ладно. Дэн, у нас свой клиент, своя аудитория. И это не премиум сегмент. Мы не можем продавать дорогие вещи. У нас может появиться репутация дорогого магазина. А мы этого не хотим. И что тогда будем делать? Ну поставьте тогда по $20. Или по сколько вы там хотите. Не выкидывайте же это все. Ладно, спасибо тебе большое, Лиз. По ценам с Бигджаном договоритесь, ладно?
Давайте. Дэн. Ну, давайте, Алиса, подпишем договор. Как думаешь, Дэн обиделся? Обиделся. Я ему специально не звонил. Пусть остынет. Завтра не спеша поговорю. Вот так бесславно завершилась моя первая коллекция. Я еще размечталась неделю моду выиграть. Почему бесславно? Алиса же сказала, что все замечательно. Кроме цены. Ну, это другой вопрос. Кстати, а что там с неделей моды? У меня есть одна коллекция, которую я все не решаю сшить. А Алиса сказала, что она могла бы выиграть. И теперь я сомневаюсь, стоит ли за нее браться. А что сомневаться? Надо делать. Ты же знаешь, я нерешительная. Это ты нерешительная? Если бы ты была нерешительной, ты бы не ушла с этого банка. Ходила бы сейчас несчастной. Не шла бы за своей мечтой и не боролась бы собственными страхами. Ну и самое главное, мы бы с тобой не встретились. Знаешь, Дэн мой лучший друг. Я его знаю всю жизнь. И он вечно мутит какие-то мутки, придумывает аферы, обманывает. Но одно я знаю точно. Если бы не эта афера с цехом, я бы не встретил тебя. А с тобой я стал совсем другим человеком. Ты не ответишь? Мне не о чем с ней разговаривать. Камил, с тобой я стал совсем другим человеком. Слушай, я реально не хочу отвечать на этот звонок. Жанна, если я сбрасываю, значит, я не могу или не хочу говорить. Не звони, пожалуйста. Камил. Бег. На чем я остановился? Бег. Я думаю, тебе нужно разобраться со своей девушкой. Спасибо за вечер.